Спонсор рубрики – строительная компания «Кировспецмонтаж». Всем привет! Я Милена Алексеева, и я чемпионка России по шашкам. Я бросаю вызов известным людям города. Сегодня моим соперником станет Руслан Мамедов, шоумен. Здравствуй, девочка Милена. Я уже смотрю на диспозицию и понимаю, что сейчас мы будем с тобой играть в шашки, да? Да. Шашки. Ты уже многих обыграла? Да. Потрясающе. Подожди, а ты кем являешься? Я вижу у тебя значок Федерация шашек России. В двух словах. Кто ты? Чемпионка России. По шашкам? Да. Среди кого? Среди детей или среди взрослых? Среди своей группы. Серьезно, да? Тебе сколько лет? 8. Понятно. Ну, ты, надеюсь, учишься в школе? Закончила уже ее, скорее всего, да? Что такая умная девочка. А какую школу ты учишься? В какой школе? 46-я гимназия. Правда? Да. Слушай, я тоже закончил 46-ю гимназию. Кстати, скажи, перед матчем принято друг друга приветствовать? Вот, да. Да. А в случае, если это безнадежно, мы даем руку, это означает, я проиграл, да? Или ты предложишь мне сдачу, да? Например, так. Я еще не проиграл. Давайте сыграем. Я боюсь. Ты всех выигрывала, и ты меня, наверное, тоже выиграешь. Да. Да? Но смотри, когда-то я ходил в школе 46-й в шашечный кружок. Это было так давно. Хотя шашки у тебя странным образом на что похожи? На таблетки. На таблетки. Мне кажется, лучше, чтобы были не таблетки, а конфетки. Ты не против? Итак, я показываю, кто такой шоумен. Это человек-праздник, это человек-оркестр, это человек-волшебник. Вау, это что, конфеты? Конечно, конфеты. И если ты будешь их срубать, ты должна их обязательно скушать. Договорились? Поехали. Так, я понимаю. Значит, ты будешь разыгрывать, вероятно, какие-то композиции. Как это называется? Комбинации? Да. Что такое комбинация? Комбинация – это когда подаешь, например, две, рубишь четыре. Рубка обязательно в шашках? Рубка, да? Обязательно. Понятно. Сколько лет ты играешь вообще? Если тебе 8 всего, то… Я с 3,5 начинаю. Каждый год. Забирайте. Я забираю таблеточку, а ты забираешь конфеточку. Приятного аппетита. Ну, как ты пока мои шансы оцениваешь? Ничего? Нет. Скажи мне, Милена, я хорошо играю вообще? По-моему, уже видно, что я очень серьезно подготовился. Нет. Хорошо, делаем нападение. Уже две таблетки и две конфетки. Хорошо. Теперь мы делаем следующее. Я понимаю, куда ты клонишь. Ну, конечно, у тебя 5 конфет, а у меня 5 таблеток. Так, ну что ж, как ты оцениваешь пока мою игру? Ну, уже хуже стало, потому что мы стали на борта. Давно мы не брали в руки шашек. Знаем мы, как вы плохо играете. А теперь смотри, опачки! Что это сейчас было? Слушай, зачем тебе столько конфеток? А нельзя обменяться, нет? Это уже нельзя, все, что срубил, уже обратно не возвращается? Понятно. У меня есть шансы вообще или нет? Ну, смотря как вы будете бороться, сильно или сейчас слабо. Мы будем очень сильно бороться. Я понял, в чем заключается мое поражение. Ты уже в двух шагах от дамок. Ты проводишь дамки и ешь меня, как вот эти конфетки. Ну, что ж мне делать, мне надо бежать. Пожалуй, я тебе руку пожму. Браво, браво, браво. Все, те твои конфеты, а я, пожалуй, на таблетках посижу после такого матча. Ты молодец, девочка. Ну, я тебя поздравляю, ты очаровательная девочка. Желаю тебе всяческих успехов. В таком юном возрасте ты действительно наше молодое вятское дарование. Будь счастлива. И кушай конфетки, и улыбайся. Руслан, мне было с вами так интересно играть. Все вы были с конфетками. Ну, мы же с тобой из 46-й школы, так что привет школе. И
Ипотека для всех под 6,5 годовых на все квартиры в Кировспецмонтаж. Успей купить. 51 11 11.